Так, что за деревенька такая интересная? Обычная деревенька вроде. Я тебя как раз искал. Ты никакой не житель. Ты чё, нас обманул, что ли? Мы только что звонили в деревню. Там не пропал никакой житель, а уйди отсюда! Эй, а ну стоять! Слышь ты, а ну стой! Я не понял. Фигня какая-то на улице творится и... Чёрт! Чёрт! А, давайте, не знаю, забаррикадируемся. Тихо! Там дверь открылась только что! Эй, есть что-нибудь есть? Это полиция, откройте дверь! Да-да, он живет там, пройдите туда, арестуйте его! Друзья, они меня все-таки спалили! Хорошо, знаете, как сейчас сделаем? Давайте выберемся через черный ход. Так, хопа. Странные какие-то звуки. А! Черт, меня окружили! Эй, сопротивление бесполезно! Сдавайся! Че, я сел в полицейскую машину? Друзья, может мне ее угнать? У меня идея гениальна просто. Ну-ка. Вы готовы? Давайте. Поехали! Так, ручник переключаем. Все, поехали! Эй, куда он поехал? Так, друзья, валим отсюда. Так, ручник переключаем и рулим. Черт, тяжело управлять машиной. А, черт, где я? Я что, опять в обычной тюрьме? Петушки, на этот раз не все так просто. Ты ни в какой не обычной тюрьме. Теперь ты в особо опасной и суперзащищенной тюрьме. Из-за того, что ты очень часто сбегал и плохо себя вел, мы тебя перевели в очень-очень опасную камеру для опасных и проблемных заключенных. А еще у тебя никогда больше не получится сбежать, потому что специально для тебя мы наняли супер строгого надзирателя, который будет следить лично за тобой. За каждым твоим движением, и ты никогда в жизни отсюда не убежишь. Черт, блин, друзья, я же теперь реально никогда не убегу. И что мне теперь делать? Да, я уж натворил слишком много делов. Кажется, теперь меня реально посадят там пожизненно. Надо было все-таки тогда снести эту постройку, снести этого жителя, чтобы ко мне не приставали эти тупые жители. Блин, и что мне теперь делать? А вот, кстати, и он. Кто это там, друзья, такой? Так, да, здравствуйте, да здравствуйте, ладно, и покажите мне, где этот проблемный заключенный. Никита, эй! А, ты что тут делаешь? Замолчи. Так, все, я пошел, а вы тут разбирайтесь и построже с ним. Да, хорошо, по полной строгости, так сказать, да, буду следить за ним, буду каждое его движение контролировать, да, хорошо. Черт, Никита, а что ты тут делаешь? Это ты что здесь делаешь? Какого черта ты попал в эту тюрьму? Что с тобой произошло? Короче, смотри, сразу говорю, я не совершал никакого преступления. Просто какие-то блатные крутые чуваки, в кавычках, конечно, накатали на меня заявление за то, что я якобы построил незаконную постройку в деревню жителя. Она была вполне законной, у меня были на него все документы. И я, конечно, посчитал это несправедливым, но меня уже не могли выпустить, поэтому я устроил побег. Я сбегал несколько раз, и меня постоянно ловили. И мне даже пришлось угнать машину полицейскую. Вот я убежал на ней, но, к сожалению, Я ехал по лесу, случайно врезался в дерево, и меня поймали, и теперь я тут. Маса, эти чувак, наделал ты, конечно, делов, но ты не бойся, я помогу тебе выбраться, слышишь? О, отлично, слушай, так мы должны отсюда сбежать. Обед, все на обед. Так, тихо. Запомни одно единственное правило. Не выдавай то, что ты меня знаешь. Никогда в жизни не выдавай то, что ты меня знаешь. Мы все придумаем. Сейчас все обсудим на обеде. Давай, выходи быстрее, выходи. Хорошо, срочно выходи отсюда. Все, выходи и не оглядывайся. Ни в коем случае не оглядывайся. Иди тихо за мной. Просто я тебя провожу спокойно. До столовой. Просто спокойно тебя провожу до нее, да? Все, да. Просто проходи. Это что, особо опасные? Да, чувак, это реально, это правда. Если ты не верил, тебя реально перевели в особо опасную тюрьму. Здесь настолько все строго, чувак, здесь убийства каждый день просто происходят. Давай, не оглядывайся по сторонам, просто иди за мной. Тихо, спокойно, просто дойдем до столовой. Ладно, не смотри на охранников, не смотри на них ни в коем случае. Все, проходи сюда. Так, прохожу, и чё, куда дальше так, идти? Сейчас тебе сюда. Подожди, сейчас нужно получить специальное направление. Да, нам вот туда нужно пройти, да? Вот все мои документы, вот провожу заключенного, да. Так, вот ваш талон, у вас 10 минут. Да, хорошо, все, спасибо, замечательно, все, проходи. Так, ну, так, слушай, всё. Мне вот что интересно, а ты-то как тут оказался? Понятно, я ты попал вообще непонятно как сюда, а ты как? Так, тихо, главное, спокойно. Здесь стоит охранник по совместительству, человек, который продает все эти талоны нужные. Вот смотри, у нас очень мало времени, мне нужно тебе быстро все рассказать. Смотри, мы с тобой ходили по куче заброшкам, просто куча заброшек мы с тобой обошли, нашли там кучу всего паранормального. И дело в том, что настолько мне это все надоело, то что я решил просто
просто отстраниться от этой жизни, я решил устроиться работать охранником в тюрьме и просто забыть это все как страшный сон. На самом деле мы столько всего с тобой увидели, что это ужас полный. Я решил просто, как жительство просто обычно, да, устроиться на обычную работу. Слушай, ну это все понятно, но мне теперь срочно нужно сбежать отсюда. И желательно, ты же профессионал, нужно сделать как-то так, чтобы я вообще никогда не попал больше в тюрьму. Чтобы меня не преследовали, нужно очень хорошо скрыться и поменять все документы. Так, у меня есть куча знакомых, тебе они все обязательно пробьют, все документы, все сделают. Но главное, я знаю всю окрестность этой тюрьмы, все знаю, всю эту местность. Карту тюрьмы я тебе выдам немного позже. Ну а сейчас я тебе предлагаю сделать так. Сейчас у нас вроде по расписанию следующей будет идти прогулка. Я тебе на ней буду выдавать все нужные тебе ресурсы для побега. Поэтому, ну, сбежим, все будет хорошо, все отлично. Я сопровождающий, я все сделаю как надо. Все отлично, слушай, меня вот что интересует. Прогулка, все на прогулку. Ладно, так, пойдем на прогулку. Так, ладно, на прогулку, иди на прогулку за мной. Сейчас, подожди, сейчас постой. Откроем дверь, все, выходи отсюда. Все, так, все, мы уходим, все, да, все по расписанию, замечательно, давай. Так, пойдем. Так, иди за мной, иди тихо за мной, ни на кого не смотри, не оглядывайся по сторонам. Спокойно проходи просто сюда. Так, проходи. Двери нужно обязательно за собой закрывать. Так, не смотри на него, не смотри, просто все, проходи на прогулку. Слушай, тут заключенные, они же меня могут гопнуть. А, смотри, постой, смотри, тебе стоит с ними разговаривать, все очень правильно, и ни в коем случае с ними не надо огрызаться и ничего им плохого не говорить. Пожалуйста, все, будь предельно аккуратным. Всё хорошо, давай. Это уже гулять. Странно выглядит. Напоминаю тебе, стой, подойди сюда. Вокруг по всей территории тюрьмы расположены камеры видеонаблюдения, поэтому все за нами следят и за тобой в том числе. Ну все, я пошел, я охраняю здесь. Все, скажешь ко мне, когда надоест гулять. Все, давай. Хорошо. Удачи тебе. Заключенный, здравствуйте. Привет. Песен, привет. Ты что смотришь на меня? Сейчас как глаз вилкой выкрою. Ой, извините, хорошо. Че такое, дилер? Тут что, дилер есть? Эй, парень. Не интересуют заточки, может быть, слепки, ключи охраны? Нет, спасибо. Черт, друзья, как-то мне нужно отсюда сбежать. Блин, забор перелезть, да не вариант, тут же куча камер. Забор горящий, черт, вообще не вариант. Точно, он же мне говорит что-то про кирку, у него, возможно, есть кирка, у меня идея. Надеюсь, что забор не электрический, я могу сделать подкоп и сбежать. Но черт, я не могу так просто сбежать, они меня догонят с легкостью, поймают и заметят. Мне нужно... Да, идея, мне нужна машина, и желательно полицейская машина. Но черт, есть ли у Никиты доступ к полицейской машине? Надо у него как раз таки сейчас узнать. Эй, товарищ надзиратель, Никита, короче. Да, что? Слушай, у тебя есть доступ к машине, может быть, какой-нибудь, чтобы мне уехать отсюда? Погоди, у меня есть специальные знакомые, они могут достать полицейскую машину. Правда, она будет неофициальной, но мы сможем достать ее. Главное, она будет очень вполне похожа на нее, да, поэтому никаких вопросов у нас не будет. Я обязательно с ним переговорю по специальной рации, вот у меня есть, я переговорю, главное... Слушай, выпусти меня, пожалуйста, быстрее, потому что этот заключенный меня странно смотрит, как будто он меня сейчас зарежет нафиг. Все, пойдем, пожалуйста, в камеру. Подожди, постой, как бы тебе этого не хотелось, тебе придется, короче, всем видом показать то, что... Тебе надоело гулять, ты должен ко мне подойти и все официально попросить. Давай еще раз. Товарищ надзиратель, я нагулялся, я прогулялся. Можно, пожалуйста, вернуться в камеру? Да, все, хорошо, проходи, конечно, да, все. Все, вот мы уходим, все, мы прогулялись. Отлично, так, все. Тут смотри. Тихо, не смотри туда, тихо, это очень подозрительно. Проходи туда, спокойно. Как все строго, давай пойдем. Все очень строго, чувак, запомни, иди за мной, никогда не иди спереди меня. Хорошо. Никогда не иди, это вот тоже очень странно выглядит. Просто иди за мной, тебя сопровождаю куда надо. Идем за мной. Слушай, так, когда ты мне кирку ты принесешь? Я тебе принесу кирку. Так, подожди, чувак. Ладно, давай не здесь, давай вот сюда, я тебя сейчас провожу. Давай в камеру сюда. Лучше, ты меня проводишь, там отдашь мне ее. Давай. Так, проходи сюда, да, срочно, да. Быстрее заходи сюда. Так, и... Так, пока никто не видит, держи ее. Давай. Так, закрывать куда-нибудь, заныкаю, давай всё. Туда, хопа. Да, закрывать закинешь. Отлично, все, значит, я... Сейчас уже ночь, я тебя охраняю в эту ночь. Ты можешь, значит... попроситься в туалет, да, ночью внезапно попроситься в туалет. Я тебя сопровождать буду полностью, да, и ты сможешь сделать в это время подкоп. Давай, все, хорошо. Удачи тебе. Ты машину, главное, достань к ночи, все, давай.
Да-да-да, хорошо, прямо сейчас по рации. Так, прием, все. Так, друзья, короче, мне очень повезло, что мой надзиратель это Никита, и он мне поможет сбежать с легкостью. Я очень рад, друзья, вот просто, так сказать, удача сегодня на моей стороне. Я попробую сбежать и попробую как-нибудь вернуться в эту деревню жителей. Я хочу узнать, что стало с моей там постройкой. Надеюсь, что я на этот раз бегу так, что меня никто не будет никогда больше преследовать в этой жизни. Так, ну, уже ночь наступает, я пока что, друзья, прилягу поспать, что ли. А потом, как Никита скажет, что все готово у меня, Хотя нет, я же должен точно в туалет попроситься, блин, как бы сейчас не уснуть случайно. Так, ну, подожду еще часика-два. Вроде уже все, время уже нормальное. Мистер надзиратель, я в туалет хочу, можно в туалет? Да, что, да. В туалет, да. Да, в туалет. Ну, хорошо, в туалет можно, да, хорошо, проходи, в туалет можно, да. Все, итак, значит, смотри. Я созвонился со всеми нужными людьми. Документы тебе достанут. Документы будут лежать в бардачке полицейской машины. Полицейская машина будет то же самое, что и на есть. Официальная. Да, кирку. Не держи в руках. Так, подожди. Все, стой, проходи. Так, стой. Так, все. Иди за мной. Я тебя сейчас провожу все куда надо. Туалет у нас где-то там. Сейчас сделаем подкоп тебе, все будет хорошо. Я договорился со всеми. На улицу. На улицу хорошо, да, конечно, несомненно, на улицу я тебя выведу. Так, проходи. Так, давай, прохожу, всё, прохожу. Проходи. Чёрт, столько заключённых, и чё они, не то так, что ли? Тихо, они за тобой не будут смотреть, подожди. А, сейчас пройдем с тобой, прекрасно все будет у нас с тобой. Так, замечательно, давай, идем за мной, иди за мной. Где мне подкоп делать? А, подкоп тебе нужно будет сделать сейчас. Чёрт, ну смотри, тут, в принципе, нет, не вижу места. Чувак, быстрее сбегай. Чё? Забежал. Быстрее. Так, и чё мне делать сейчас? Чувак, смотри, сейчас ты, значит, делаешь подкоп вот где-то вот здесь, вот сюда, на этой вышке, никто постоянно не стоит, она полностью пустая. Делаешь подкоп, выбираешь место, она и закрыта, там мы с тобой встретим. Как закрыто? Ну так, закрыто, но это не важно, я ведь подкопом буду копать. На той стороне за забором машина стоит? Да, за забором машина будет стоять и будет тебя ожидать со всеми важными документами. Дальше, после того, как вот этот водитель, который приедет на полицейской машине, он тебя отвезет в нужное место, выдаст тебе все нужные документы, паспорт мы тебе поменяли, все тебе все нужные документы сделали, он тебе скажет мое местоположение, я уволюсь из этой тюрьмы, и я не буду больше здесь работать, чувак. Мы снова будем вместе, мы возвращаемся в старые добрые дела. Поэтому давай, я жду твоих действий, давай, все, удачи тебе. Всё, я... Спасибо большое. Так, друзья, да, все, я остался тут один, теперь нужно как-то раскопать, блин, железный пол, давайте, черт, давайте, да, блин, не получается, друзья, давайте, поставьте очень много лайков, я уверен, что ваши лайки придадут мне силу, с помощью ваших лайков я смогу сдвинуть эту железную плиту, давайте, друзья, ставьте лайки, давайте, фух, я прокопал, черт, дальше бедрок, ну, бедрок, слава богу, на этом серии ломается, правда, будет гораздо тяжелее сломать, давайте, да черт. Давайте, друзья, давайте, нужно подписаться уже на канал, Бедрук, это не так просто, и давайте, друзья, по максимуму активность проявляем, и да, фух, так, ну дальше, по идее, Бедрук пойдет легко, давайте, так, землю вообще легко копать, все, отлично, так, землю будет уже легко копать, друзья, давайте я буду дальше копать, так, поехали дальше копать, тут еще два блока мне буквально осталось, я вот уже вижу, трава торчит, там что-то свет бьет, так, давайте, черт, тут камень попался, друзья, давайте, ставьте лайки, кто еще не поставил, и... Все отлично, прокопал. Так, давайте вот тут еще. Ну это легко раскопать. И... О, я почти на свободе, черт, теперь мне нужно раскопать вот тут еще. Так, вижу, Никита там стоит. Давайте. Ё-моё. Давай, все отлично. Так, о, полицейская машина. Тихо. Там копы. Давайте спрячемся-ка тут. Фух, друзья, так что там копы стоят? Так, копы стоят, смотрите. Что-то они там пялят в разные стороны. Как-то они подозрительно смотрят на эту машину. Так, друзья, смотрите, что мы делаем с вами. Прямо сейчас я бегу, сажусь в эту машину, завожу ее и уезжаю. Так, давайте неприметно вот так прокрадываемся к этой машине. Так. Давайте садимся в нее. Так, опа, отлично. Так, тут все документы. А, вот вижу все документы тут назад, сзади в багаже. Так, отлично, теперь мне нужно незаметно пересесть на переднее сиденье и свалить отсюда. Давайте и... Так, опа. Так, все, заводим машину. Так, все, поехали. Эй, это кто? Заключенные, что ли? Побег, у нас побег. Черт, друзья, уезжаем!